Несколько лет назад жильцы домов номер 8 и 10 по улице Московской попросили управляющую компанию поставить в их дворе бункер для крупного мусора, чтобы было удобнее и быстрее избавиться от сломанной мебели и техники и не захламлять территорию подъездов. В этом дворе позволяла площадь, вроде бы далеко от окон, и он стоял по требованию, в принципе, жителей. Жителям он был необходим, потому что очень хорошо собирался крупногабаритный мусор. С появлением бункера у подъездов многоэтажек стало значительно чище, так как весь крупный мусор жильцы исправно складировали в контейнер. Но со временем в нем все чаще стали появляться пакеты с остатками пищи. Вороны и галки начали прилетать стаями и разносить мусор по всему двору. На запах разлагающихся на жаре отходов пожаловали совсем нежелательные гости. Крысы у нас, крысы в пятиэтажном доме. У нас и женщина живет, она работает в СС, она тоже звонила, чтобы крыс поморили. Открывается лифт, сидит крыса. Радостно улыбается, мол. Радеющие за чистоту своего двора жители обратились в управляющую компанию с просьбой убрать бункер, в надежде, что после этого в дворе будет порядок. Бункер убрали, но радость оказалась недолгой. На следующий день на его месте выросла гора из пакетов с мусором. А это больше всего началось, когда открылись вот маленькие магазинчики внизу, дома 8. У них нет ни у одного магазина, нету этого контейнера своего. Все здесь в общей. Мусорную свалку оперативно убрали, но нет никакой гарантии, что в ближайшее время она не появится здесь снова. Специалисты управляющей компании отметили, что за последние годы они убрали больше половины бункеров для крупного габарита. И причина одна – в эти контейнеры жители города стали выбрасывать бытовой мусор, в том числе и пищевые отходы. А это уже нарушение санитарных норм. Теперь, чтобы избавиться от громоздкого мусора, нужно будет позвонить по телефону 9-44-30 и согласовать дату и время вывоза мусора. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.